О, смотрите, какая красота. Груздочки. Как раз самый тон на засолочку. Чистенькие. И этот тоже. Так. Ямку. О, вообще отлично. Здесь вот червячок. Все. Вот они. Опята уже попадаются. Эти уже переростки, но еще нормальные. На икру пойдут. Ну, в общем, опять наш любимый и близкий от города Кудряшовский бор. В очередной раз приехали. Пока что вот так вот попадаются только одиночные опята. Худо-бедно, вот уже в пакете чуть-чуть покажу. Насобирал. Там грузди и опята. Мы только-только заехали, только вот зашли в лес. Ну, грибы попадаются, так что уже результатом я доволен. Собираем дальше. Так. Вот такие вот опятки попадаются. Вон там он еще в траве видно, не видно. Ну, потихонечку пакетик наполняется. Скоро надо будет уже, наверное, второй доставать. Вон, смотрите, какие-то грибы интересные. Камера не передает цвет их. Но они какие-то оранжевые, прям прозрачные. Тоже такие первый раз вижу. В общем, забрели мы вот в такое место. Здесь куча опят. Ну, правда, переростки уже. Но они растут по одному, по два, по три штучки. То есть не на пеньках, а прям в траве. Вот так вот, к примеру. Ну, их тут много. А вон вижу еще там. Прошел уже где-то час времени. Нашли вот в лесу такую лавочку. Шикарную. Сели передохнуть. Вот уже наш результат. Ну, конечно, опята переростки. Но результат налицо. За час уже, я считаю, нормально насобирали. Сейчас вот перекурим, перекусим, пойдем дальше искать. Время у нас еще есть до вечера, так что если попадется хороший пенек, обязательно я его покажу. А так пока что попадаются по два, по три опенка. Ну, то есть нечего снимать. Вот так вот они нам пока сегодня попадаются. По два, по три штучки там. Ну, может там штучки 4, семейка. Вот еще груздик. Красавец такой. Свеженький. Оп. Вот еще опятки. В общем, опята попадаются и грузди. Вот попался один белый, только он уже все. Вот еще семейка. И вот пяточки. Продвигаемся все дальше. Рюкзак уже полный грибов. Достал вот еще пакет такой. Сейчас вот его набью, и можно въехать домой будет. Вот, смотрите, какая красота. Резинка старая, дерево повалено. Ну вот, в общем, вот такие вот нам сегодня переросточки попадаются. Насобирали уже, наверное, ведра по три точно. Сейчас уже двигаемся в сторону дороги. Будем закругляться, то что уже тяжело за каждым нагибаться. Ну вот как тут уйти? Вот смотрите, какая красота, а. О. Вон там еще мелкий. Солнце уже вон садится. Лес. Красиво. Корабельные сосны их называют. Ровненькие, все стройные. И вот молоденькие растут. Ну все, короче, насобирали мы грибов. Вот здесь вот, наверное, ведра полтора, там он в рюкзаке еще.
тащить тяжко, поэтому уже фигачим к трассе. Вот нашли какую-то дорожку, там он уже трассу видать. На этом наш сегодняшний грибной поход заканчивается. Всем пока!